пытаются, возможно, они выбежать, чтобы организовать искусственный офсайд, но нет, набегаются в штрафную. На дальнюю штангу передача, но защитник старопольской команды выбивает мяч. Сейчас уже 20-я минута первого тайма, возможно, мы это и увидим. Отличная была передача на Исмаила Цалоева, но... Но атака закрылась. Темп, можно сказать, сбился. И передача вперед. Вратарь кричит «Я», но не выходит. Удар по воротам и спасает сейчас вратарь от неминуемого гола. Уж до юношеской лиги точно. Ошибается здесь вратарь «Динамо», но хорошо в броске. Измайлов. Сейчас головой действует. Передача в штрафную. Нет, нужно бить поворотом. И рядом со штангой пролетает мяч. Ну, юношеская футбольная лига должна делать упор на освещение. И зачем же останавливаться сейчас? Всех нужно обыграть. Бьет поворотом. Нет, нет, мяч попал в сетку, но с обратной стороны. Очень хорошо. Кстати, произошла замена сейчас в составе Ангушта. Небольшое повреждение получил Салахадин Бештоев. И ему на смену вышел Ваха Ахильгов. Ахильгов тоже такая футбольная фамилия. Опасно! Нужно забивать! Шамиль! Нет! Спас! Спас ворота! Ну, назревает гол! Хотелось бы в это верить. В контратаке гости быстро отправляют вперед сейчас Газдиева. И мяч в сетке. 35-я минута матча. Ошиблись защитники «Динамо». Возможно, сделал ошибку вратарь. Мне кажется, что угол сокращал по продемонстрированному. Удар и дали пробить сейчас игроку Ангушта. Московского «Динамо». Вот сейчас «Динамо» с мячом. Здесь все поинтереснее. Можно дальше пробивать. Забивай, раскита. Удар. И как же не попал сейчас Владислав. Ну, надеется тренера. Вот не стоит в центре поля столько долго владеть мячом, что-то пытаться думать об игре, получая контратаку. Нужно же первым было оказаться на мяче, но игрока «Динамо» побыстрее стал мяч от одной зоны в другую выходить. И сейчас, вот сейчас не игры было, мяч забит, он не засчитан. Ошибся, кстати, игрок, которому передача адресовалась. И уже Ангушт имеет возможность сделать свою атаку. Дальний удар. Нет, будет. Замах на миллион. Еще улучшил позицию. Удар. И в штангу попадает мяч. Ну, штанга, друг вратаря. Штанга. Идет он с мячом. Помочь ему нужно. Штрафной. Двух обыграл. Трех обыграл. Четвертого не смог. Но «Динамо» по-прежнему с мячом. Отлично. Нашел сейчас игрока. Бьет поворотом. «Динамовец» Назар Сердюк, но поправил. Да, да. На кочку нужно поставить, конечно. Но... Итак, перекидывает штангу. О, блестящие два сейва. О, вот это украшение, наверное, тура. Ошибается защитник. Нужно бить, забивать. Ну... Ой-ой-ой-ой-ой. На поступах штрафной стороны все там, кроме вратаря, конечно. И крестовина, по-моему, спасает сейчас Ангушта. Об этом футболиста «Динамо» Суор. Ну, можно развить атаку сейчас. Сделать только точную передачу или самому, сам идет, бьет поворотом и забивает гол. Сейчас 22 номер, вышедший на замену Мухаммед Хадзиев, 2-0. И победа Ангушта. Мой прогноз, конечно, оправдался, но я, как комментатор, живущий в Старополе, хотел бы, чтобы он продался в другую сторону. Проигрывают динамовцы сегодня.
Карасев не удалось перебросить. И звучит свисток. Мы с вами прощаемся. До новых встреч в эфире, друзья.